На льду Татьяна Навка, Марат Башаров. У Татьяны с Маратом уже 3 победы в 3 соревновательных днях. И каждый танец этой пары, безусловно, событие. Много раз того, что ты выбрала дурное, это ж просто азарт. Какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду. И если это выбор твой, назвать бы я не пойду. Не пойду, дум-дум, ты ж просто дура. Смотрел этот танец и улыбался с первой до последней секунды. Это дорогого стоит вызвать неподдельные эмоции. Ребята очень искренне на льду и вызывают такие же искренние чувства. На мой личный взгляд, эта пара, как и другие участники проекта, достигли уже такого уровня мастерства, что может принимать участие в ледовых шоу звезд мирового фигурного катания. И насколько я знаю, такие участия планируются в недалеком будущем.